Добрый вечер. Сегодня понедельник, а это значит в прямом эфире программа «Диалог». Я ее ведущая Евгения Барановская. Сегодня у нас очень актуальная тема, поэтому у нас в гостях председатель Мозырской организации «АСВОД» Валерий Анатольевич Беляй. Мы ждем ваши вопросы по телефону, а также по электронной почте, которую вы в данный момент видите на своих экранах. Будьте активны и подключайтесь к нашему диалогу. Валерий Анатольевич, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Тема действительно сегодня у нас очень актуальна. Все мы знаем, что спасатели всегда на чеку. Они работают круглогодично, ежедневно, ежечасно. То есть нет у вас ни праздников, ни выходных. Поэтому, но вы свою работу, мы все знаем, что вы делите на два периода. Это весенне-летний и осенне-зимний. Вот в прошлый раз вы были у нас в студии как раз весной, когда только начинался купальный сезон. Вот можете ли вы подвести итоги весенне-летнего сезона? Добрый вечер, Евгения, уважаемые телезрители. Да, вы правильно отметили, что мы традиционно встречаемся с вами два раза в году, потому что у нас эти периоды, купальный сезон и сезон, когда идет интенсивный ледостав и весенний ледоход, это те времена года, когда идет особый прирост гибели и травматизма населения нашего района и в целом республики на воде. Поэтому мы можем уже предварительные итоги купального, конечно, ну, купального сезона закрывать, но годовые итоги мы еще не можем подвести, потому что нам еще нужно дожить до конца этого года без происшествий, без травматизма, без гибели на воде. Вот. Ну а что касаемо на сегодняшний день статистики, вот по итогам на сегодняшнее число, значит, в 2018 году у нас утонуло на территории Мозырского района 6 человек, двое из них несовершеннолетние дети, что в сравнении с 2017 годом у нас было 5 человек, и детей у нас не было допущено гибели. И вот эти две страшных трагедии, которые произошли в 2018 году с гибелью детей, и как раз одна из них произошла. В этом году у нас зима запоздала, вернее, на месяц раньше пришла. В прошлом году она запоздала, и у нас первые морозы вот были как раз 10-го, там, 12 января. Это когда случилась эта трагедия 12 января. А в этом году уже у нас в ноябре пошли первые заморозки. И у нас, слава богу, не произошло несчастных случаев, но по республике уже есть и гибель взрослого населения, и гибель детей. В частности, у нас на территории Гомельской области, в Добрушском районе, провалилось два ребенка, два брата-близнеца 30 ноября. Вот. Одному удалось спастись, выбраться, а второй брат утонул. Долго велись поиски водолазами нашими областными. И вот спустя 5 дней тело мальчика было извлечено из воды. Вот поэтому произошла еще одна трагедия, вот именно зимой. Поэтому сегодняшняя наша встреча как нельзя актуальна очень, и она нужна для того, чтобы донести населению вот эту информацию о правилах поведения именно в зимний-весенний период, как себя правильно вести. Вот все эти трагедии, что вы перечислили, вот можно ли было избежать их? Ну, конечно, можно было бы избежать трагедии. Любую трагедию всегда можно избежать, если быть, четко выполнять определенные требования, правила поведения в данной ситуации. Здесь не только будем брать воду, любая. Вот это такой период, когда и по дорожно-транспортным происшествиям мы видим, что пик тоже идет, всплеск. Это такое время, что вот переход с теплого сезона в холодный, где-то люди теряют бдительность, короткое световое время суток уменьшается гораздо, погодные условия хуже гораздо. Поэтому все вот эти трагедии, а летние, соответственно, это алкоголь, 70%, 75% у нас несчастных случаев. Вот если брать конкретно по нашему району, вот эти 6 случаев, 4 взрослых. Из 4 взрослых 3 находились в состоянии алкогольного опьянения. То есть это все 75%, если брать взрослое население. То оно в целом так где-то и по республике у нас идет. А если еще учесть, что неучетные случаи еще произошли у нас на территории района с двумя жителями города Калинкович, это тоже 2 утопления на реке Припись произошли, то же самое, 1 и 2 были в состоянии алкогольного опьянения. То есть здесь у нас очень большой получается процент, как я повторюсь, это состояние алкогольного опьянения. Это вот одна из причин, как вы говорите, можно было ли избежать. Конечно, можно было. У нас есть такой слоган в «Осводе», чтобы не попасть пьяна на дно, идешь к воде, не пей вино. И он как никогда актуален, и он существует правила охраны жизни людей на воде, где основным из пунктов для взрослых идет
запрещено употребление алкогольных наркотических средств, когда ты принимаешь водную процедуру. Просто получается, когда человек под алкоголем, ему море по колено, он думает, что с ним трагедии не произойдет. А вот случались ли у вас такие случаи, когда приходилось именно спасать людей под градусом, так сказать? Совершенно верно вы отметили. Вот это ж издавна народ придумал эти поговорки, да? Пьяному море по колено, можно утонуть в чайной ложке, и вот эти все. Это все из наблюдений. И все эти правила потом также пишутся. Да? Соответственно, когда люди видят, идет статистика такая, что утопления идут в состоянии алкогольного опьянения больше, поэтому под них и разрабатываются какие-то рекомендации, правила. Поэтому у нас основной контингент – это люди в состоянии алкогольного опьянения, вот, нарушают правила, и несовершеннолетние дети. Вот это та категория, которая нам дает постоянный прирост. А уже процентов 10 населения, это те, которые там не умели плавать, либо нарушали какие-то правила там на судоходство, баловство, там переплывали реку. А в основной массе это вот именно люди в состоянии алкогольного опьянения. Так вот, приходилось ли вам их спасать когда-нибудь? Да, у нас периодически, вот на сегодняшний день, я хочу даже вот цифры, в цифрах вам сказать, в целом по области у нас около 50 человек утонуло на сегодняшний день, из них вот 7 несовершеннолетних детей. Что касаемо Мозырского района, я уже вам сказал, 6 взрослых, 2 детей из них. Вот. Предупреждено только работниками нашей Мозырской спасательной станции «Освод» 76 взрослых и 50 несовершеннолетних. Вот из этих 76 взрослых это процентов 80 люди в состоянии алкогольного опьянения. То есть мы эту беду смогли предотвратить. То есть непонятно, чем бы это могло закончиться. Мы очень активно работали вот, на пресечение людей, нахождение людей на водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Совместно. Прислушиваются они к вам? Здесь нет выхода, потому что у нас решением Мозырского районного исполнительного комитета есть положение, где весь купальный сезон с нами дежурят сотрудники Мозырского РОВД. То есть люди, которые имеют право составлять административные протоколы, то есть любой пляж, водоем, культурное место, где массово прибывают люди, это общественное место. Нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения запрещено, так же, как и употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков. Поэтому на таких людей сразу составляются административные протоколы, они доставляются в Мозырский РОВД, где проходят дальнейшие разбирательства. Ну и мы таких людей сразу выдворяем с водоемов. Чтобы обычно какая ответственность ждет таких людей? Ну, у них там начинается от одной базовой величины, угу. Штрафные санкции на них административно налаживаются. Вот вы сказали такое выражение, утонуть можно и в ложке воды. Вот были ли вообще в этом году такие случаи резонансные, которые не касаются водоемов? Ну, как бы здесь вода везде звучит. Если утопление, то это предполагает наличие воды. Допустим, в этом году у нас не было утоплений, но здесь в ваннах. У нас от общей статистики республиканской порядка 3-4%, то есть если вот 100 случаев утопления не брать, то 3-4 случая по республике это люди, которые утонули дома в ванной. Ну, это, как правило, либо дети несовершеннолетних, которых оставляют одних, там набирают ванну, родители сами отвлеклись, либо люди в состоянии алкогольного опьянения, либо очень такого, скажем, престарелого возраста, которому где-то немножко стало плохо, может быть, где-то ванна, вода набирается, и люди тонут в этой ванной. Вот в этом году у нас таких случаев не было на Мозырщине, но у нас были похожие случаи, допустим, когда мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, 4 с лишним промилле у него было в крови, как потом оказалось по экспертизе, пошел рядышком с домом частным водоем набрать в лейку воды для полива огорода, упал в этот водоем, нахлебался, хотя он еще долгое время провел на излечении в больнице, но значит, смерть наступила именно вот первопричиной стало попадание воды в легкие. То есть заключение экспертизы было, что человек утонул. Как бы смерть нелепая такая получается. Но опять-таки здесь что мы видим? Присутствует алкоголь в очень больших количествах. И беспечность. И беспечность. Угу. И все, и получается, это в совокупе дает вот эти нам страшные цифры и трагедию рост. Получается, что вот даже бывают такие случаи, что вы людей спасаете, но через какое-то время они могут умереть в больнице, да?
Ну, бывают у нас такие ситуации тоже. Ну, вот, как бы давно таких не было. Уже всех спасенных, которые последнее время спасали, благополучно они потом оставались жить. Но бывают периодически такие случаи. Вот из последних, которые я могу припомнить, этот случай был у нас с жителем, по-моему, Жлобина, точно не скажу, когда он приехал сюда в гости к девушке, к Мазырянке, и на несанкционированном пляже с другой стороны моста. Там мелководье, не зная водоема, не зная акваторию водную, разбежался, нырнул, а там мель была, и он сломал шейные позвонки. Вот, вызвали быстренько, мы приехали, транспортировали его, передали работникам скорой помощи, но потом, когда справляли своего здоровья, состояние, оказалось, что он все-таки не выжил. Вот, поэтому и такие случаи тоже бывают. Вот вы все-таки сказали, что по сравнению с прошлым годом у вас немного число погибших увеличилось. Вот с чем это связано и зависит ли все-таки это от вас? Ну, в первую очередь, конечно, где-то, значит, мы недоработали, мы с себя не снимаем ни в коей мере ответственность. Ну, и опять-таки, это тоже, конечно же, зависит в первую очередь от погодных условий, это когда купальный сезон идет. То есть в вопросах профилактики, разъяснительной работы где-то, может, мы немножко упустили какие-то моменты, не до каждого дошли, не в каждое предприятие. Хотя все учебные учреждения мы закрываем 100%, учреждения образования, как школьные, дошкольные, средние, специальные, высшие, вот, мы всегда посещаем. Вот. А где-то, может быть, с родителями менее упустили моменты вот эти, чтобы достучаться. Потому что здесь все, вот если случаи разбираться, гибелью детей, допустим, то они находились в неурочное время, там, либо выходное время, ну, под присмотром своих родителей. Вот эти трагедии произошли. А трагедия с детьми происходит как? По недосмотру. То есть дети отданы сами себе, детское любопытство, как правило, берет верх, и они идут к этим объектам повышенной опасности, не только водоемы. Это и какие-то стройплощадки, там, это и дорожно-транспортные происшествия, и игра с огнем где-то. То есть, ну, везде детей подстерегает опасности. И вот если их не контролировать, этих детей со стороны взрослых, то есть родителей, то, соответственно, мы получаем, что получаем. То есть и травма, и гибель детей. Поэтому мы стараемся вот именно в такое зимнее время больше работать с населением вот в вопросах профилактики. Если летом мы где-то и на пляже можем больше людям рассказать, то зимой на водоемах у нас только, как говорится, рыбаки, либо дети уже без присмотра вышли, это уже они нарушители. Вот. А летом мы можем просто с отдыхающими людьми проводить вот эти профилактические беседы. А зимой мы уже стараемся идти в коллективы. Вот. Наглядная агитация, то же самое проводим. Это в том числе с вашей помощью всегда выходят актуальные репортажи, вот такие передачи, где мы можем людям объяснить, донести до них эту вот нужную полезную информацию. Ну вот я знаю, что в этом году вы хорошо работали именно в плане профилактики. Вот приносит ли все-таки свои плоды вот эта масштабная такая работа профилактическая? На мой взгляд, безусловно, потому что с людьми даже общаешься, когда говоришь, что многие признают, что вот раньше они и не знали, и аббревиатуру такую не знали, а свод даже как расшифровывается. Особенно, когда гости какие-то приезжают к нам откуда-то издалека, впервые удивляются, что здесь ведется такая работа, людям объясняют, рассказывают, что можно делать, что нельзя. То есть действительно, эта разъяснительная и профилактическая работа дает свои плоды. Но в этом году было и лето такое жаркое, и оно рано началось, и поэтому, когда жара начинается, все живое у нас идет к воде, в том числе и население тянется к водоемам для времяпровождения. А если учесть то, что у нас район такой очень сильно обводненный, то есть не только даже Мозырский район, а в целом взять Гомельскую область, у нас очень много рек, озер, у нас одна Припять только по Мозырскому району, более 100 километров протяженность мы по Мозырскому району. Поэтому каждый водоем для нас летом это как объект повышенной опасности, как поле боя. Вот. И мы стараемся вот, объять необъятное где-то рейдовыми мероприятиями, где-то патрулированием отдельно, где-то большими группами выезжаем, вот именно чтобы спрофилактировать вот эти нарушения. Но в первую очередь я скажу, что это, конечно, в летний сезон это дети. Потому что летом у нас очень много
нарушители, вот именно дети, находятся без сопровождения взрослых, плюс они создают всевозможные вот, экстремальные на водоемах, так называемые тарзанки, трамплины, там, заброшенные какие-то водные транспортные средства, на них начинают плавать. Там. И, как правило, это все приводит потом к плохому печальному результату. Поэтому, в первую очередь, наши всегда вот эти мероприятия направлены на то, чтобы таких детей от водоемов убрать. Вот. И проводим потом и в учреждениях образования с ними дополнительные мероприятия, и с родителями встречаемся, проводим дополнительные беседы индивидуальные. И в большинстве случаев мы, как говорится, доносим эту информацию, и родители понимают, что это все серьезно. А вот зимой такие рейды проводят? Конечно, мы зимой практикуем. Вот на сегодняшний день уже у нас порядка, вот как в конце ноября начались первые заморозки, у нас уже где-то порядка 10 рейдовых мероприятий произведено по территории Мозырского района. И вот в основной массе здесь сейчас городскую черту закрываем, все затоны прилегающие и реку. Потому что еще сегодня у нас любопытное население, все утки не улетели у нас, зимуют здесь по набережной. Многие приходят покормить, спускаются и выходят даже на этот так называемый тонкий припой. Он только начинает образовываться, лед, он еще очень небезопасен, он очень опасен, а люди выходят, особенно дети маленькие, даже вот с родителями, они хотят этим уточкам бросить там хлеб, покормить их, и тем самым выбегают на этот лед, поэтому приходится постоянно быть начеку. И вот в связи с последними событиями, вот всплеск этих, начала трагедии с началом ледостава по республике в целом, и вот несколько, вот что ребенок утонул у нас в Драгичинском районе, у нас ребенка смогли спасти, очевидцы, тоже провалился, 10-летний ребенок, но остался жив, с диагнозом общего переохлаждения, попал в больницу. У нас есть приказ, где все идет в усиленном режиме. То есть и даже ночные дежурства мы в темное время суток, потому что у нас так расположена станция, и городской парк, и увеселительные заведения все находятся на набережной. Поэтому приходится даже в темное время суток ходить и патрулировать, потому что у нас были, к сожалению, случаи гибели, когда и из увеселительных заведений люди в состоянии алкогольного опьянения выходили к реке и проваливались под лед и тонули. Ну, получается, наверное, что все равно зимой вы больше переключаетесь с отдыхающих на рыбаков, наверное. Ну да, у нас основная категория — это, конечно, рыбаки подледного лова и несовершеннолетние дети. Детям интересно выйти на лед, проверить его прочность, покататься, что категорически запрещено — нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых. И нельзя устраивать никакие игры, там, катание на санках, коньках, лыжах. Если это не там предусмотрена какая-то ледовая переправа, когда уже лед становится достаточно прочным, мы его проверяем. Мы делаем ледовую переправу для рыбаков вот в районе спасательной станции. Вывешиваются специальные таблички, делается переправа, и вот туда, под нашим присмотром, люди могут пересекать водоем. А так пересекать водоем в непроверенных местах категорически запрещено. Валерий Анатольевич, мы продолжим наш интересный диалог после короткой рекламы. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. Я приветствую всех тех, кто к нам присоединился, и напоминаю, что сегодня у нас в гостях председатель Мозырской организации «Освод» Валерий Анатольевич Беляй. Мы ждем ваши вопросы по телефону, а также по электронной почте, которую вы в данный момент видите на своих экранах. Валерий Анатольевич, продолжим тему как раз про рыбаков. Я знаю, что первый лед для них — это самое заветное такое время. Они всегда в первый лед стремятся на первые же выходные уже выходить на него. Расскажите, вот уже первый лед был, хоть и ненадолго. Были ли уже какие-то предупреждения, либо какие-то случаи? Ну да, рыбаки у нас любят перволедье. Все ждут его с нетерпением. Есть определенная категория рыбаков, которые ходят именно вот на зимнюю рыбалку, и перволедье ждут как манны небесной. Поэтому, ну и рыба неплохо ловится в это время. Ну и, конечно, это самая вот эта категория, которая подвергается опасности, самая первая. Они не дожидаются прочного льда. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что прочным считается лед для одного человека от 7 сантиметров. То есть никто не будет с линейкой ходить мерять, а для рыбаков, там, людей знающих, это хорошие два удара, если лед не пробился пешней так называемой.
вот, то это лед безопасный. Если он пробивается с одного удара, то этот лед всего лишь там 3-4 сантиметра. То есть он очень опасен и не выдержит рыбаков. Поэтому что движет? Ну, это рыбаки с многолетним опытом, конечно. Они некоторые, вот когда в приватных беседах выходишь спрофилактировать, вот мы уже, я же повторюсь, уже где-то 10 рейдов у нас было, рейдовых мероприятий таких, с выходом на лед, с предупреждением рыбаков о соблюдении мер безопасности, мы всегда призываем их. Вот. И уже в личных приватных беседах начинаешь рассказывать, и их мнение слышать. Да, конечно, им это все интересно, им нравится. Ну и я хочу отметить, что, конечно, с вот, проведением вот этих мероприятий, комплексов целых, народ, население наше стало более сознательное. Многие подумают о личной безопасности, вот, берут с собой индивидуальные средства спасания, это и так называемые альпинштоки, спасалки, крюки специальные, либо жилет спасательный, веревку с собой берут, ну и компаниями идут, то есть, соответственно, тоже, если случится что-то с кем-то, они могут всегда друг другу выйти на помощь. Ну и, конечно, отмечено уже гораздо меньше употребления спиртного. Если, допустим, взять пятилетку назад, то обязательно мы выходили и через 2-3 рыбака каждый употреблял на водоемах. Либо те трагедии, которые случались с рыбаками подледного лова, они бы связаны были с употреблением спиртного. На сегодняшний день этот процент уже уменьшился очень. Более сознательно, да, стали. Более сознательно стали рыбаки. Вот. Ну, объясняем, рассказываем это. Вот. На сегодняшний день есть решение исполкома даже нашего Мозырского о запрете выхода на лед, не достигшем 7-сантиметровой толщины. То есть доводим эту информацию, и вот я повторюсь, в большинстве своем уже видим понимание со стороны рыбаков, и они находятся именно вот в тех местах, где затоны, где лед уже соответствует данной толщине. А вот в запрещенных таких местах, где лед более тонкий, у нас единичные случаи пока вот были по району. Вот летом река, она такая достаточно своенравная. Я помню, что в прошлой программе вы рассказывали, что очень много водоворотов, течение у нас большое, ямы есть. А вот зимой есть какие-то нюансы у реки? Ну, конечно, река – это вообще объект повышенной опасности. И я же повторяю, что вот даже когда ледовая переправа делается, мы только ее делаем в районе спасательной станции, чтобы она была постоянно под присмотром. Мы мониторим толщину льда. Во-первых, это течение. Вот сегодня вы можете наблюдать с приходом даже календарной зимы, какие температуры, как они скачут с минусовых к плюсовым. Да. И, соответственно, это отражается все на прочности и толщине ледового покрытия. Вот. Если бы на реке даже оно сейчас образовалось, оно у нас только начало образовываться, и вот на сегодняшний день оно уже все практически тает. Вот. А течение еще делает свою работу снизу. Так называемое подлизывание льда этого снизу, и образовываются на реке промоины, так называемые. И вот, особенно когда снежная какая-то погода, да, они припорошены снегом, и в такие промоины, как правило, вот люди, попав, становятся заложниками ситуации, когда процентов 90 сложно вообще спастись на реке, потому что вот как и даже в этом случае с ребенком в Добрском районе, тоже небольшая река, но она с течением. Течение подхватывает, тянет человека под лед, и уже оттуда выбраться практически процент очень маленький, то есть выбраться назад в это место, где тебя подхватило. Поэтому мы всегда объясняем, что на реку выходить ни в коем случае нельзя. Даже если образовалось вроде бы визуально ледовое покрытие, но оно в любой момент, это и места, где стоки вод. У нас город очень гористый. Все сточные вот эти ливневые стоки идут прямо в реку. Дождевые воды, талые воды. А у нас дороги обрабатываются песко-солевыми смесями. То есть это тоже вода эта поступает в реку. Она, соответственно, делает там свою работу и с ледовым покрытием. И лед в этих местах непрочный. В местах всевозможных речных поворотов, где течение гораздо больше, где произрастает растительность, вот на поворотах тоже рек, там всевозможные кусты, деревья. В этих местах тоже лед всегда непрочный. Вот. Поэтому на реку, пока не установились очень сильные морозы, не установился ледовый покров хороший, на реку вообще выходить нельзя категорически.
Вот при какой температуре вообще уже начинает образовываться лед на реке? На реке лед образовываться нужно хотя бы, чтобы больше 12 градусов постоял мороз, и он такой, ну, продолжительный был достаточно, хотя бы неделю. Вот мы для себя мониторим, проводим всегда такие замеры. Вот у нас скоро уже праздничные мероприятия и новогодние, и потом идет, соответственно, крещение, когда мы проводим это все на спасательной станции. И у нас всегда дилемма, вот, как делать население купать. Смотрим прогнозы долгосрочные, как мы будем подходить к этому вопросу. Потому что это самый главный вопрос, какая будет толщина льда. То есть будем мы либо купать людей со льда, либо будем с понтона. Люди будут у нас в купель окунаться. Потому что вопросы безопасности, они должны быть всегда в первую очередь рассматриваться. И вот уже из наших наблюдений, что вот такие морозы, которые за 10 градусов и продолжительность минимум там неделя, дней 10-12, тогда начинает образовываться более-менее лед. Вот он там, допустим, метров 10-15 от берега реки, он уже достаточно хороший становится, а еще на самом фарватере реки, где сильное течение, там еще опасно. И даже на протяжении вот этого короткого срока там еще больше надо времени выжидать. Получается, что если уже лед 7 сантиметров, значит, уже река становится безопасной? Или вообще такого понятия безопасной реки я ж, нет? Я же говорю, на реке, да, у нас несанкционированных переходов на реке нельзя. Это можно где-то озеро, затон, стоящие водоемы. Там будет примерно равномерный везде лед. На реке он не может быть равномерным. Да, если будут стоять там 20-25-градусные морозы, там продолжительное время, вопросов нет, река станет. Можно будет где-то, ну, перейти эту реку. Но если температура, как я повторюсь, сегодня у нас колебается, и причем разнится в больших количествах градусов, то здесь в это же время может и лед быстро таять, понимаете? И течением его снизу подъедает, и он непрочный может быть вот именно на поворотах, где сильно стремительно идет течение на середине реки. И там становится опасно. Вот мы даже, когда пролаживаем дорогу, мы же изучаем вот эту толщину, все смотрим, и она колеблется. Если возле берега она уже достигает где-то даже 15 сантиметров, то на середине она всего лишь 5-6 толщина льда. Поэтому категорически запрещено переходить вне ледовых переправ реку. И у нас такой вот случай был, по-моему, в прошлом году в Гомеле, когда молодой человек хотел срезать через реку, на маршрутку опаздывал. Побежал и провалился. Хорошо, что увидели очевидцы, быстренько просигнализировали спасателям, и человека удалось спасти. Вот, вот простая ситуация. Человек решил сократить путь, перейти реку, и угодил, вот провалился. Валерий Анатольевич, к нам поступило несколько вопросов, я их сейчас зачитаю. Спрашивает Денис, первый вопрос. С каким уровнем воды наша Припять вошла в зиму? Осенью болела душа за обмелевшую реку. Ну, хороших новостей, скажем так, нет еще. Уровень действительно у нас ниже обычного. Ну вот по сегодняшним наблюдениям вот пошло повышение температуры. Тот снег, который выпал, он практически весь стаял. И, соответственно, он идет поступление очень интенсивной воды в Припять. И вот сегодня я лично смотрел, что пошла водичка прибывать. Будем надеяться, что вот такими темпами, что будет достаточно снежная зима. И тем самым мы наберем, то есть объемы нашей красавицы Припяти к весне, к нормальному уровню. Но у вас есть вообще какие-то прогнозы? Ну, сегодня долгосрочных таких не делаем прогнозов. Ну, обещают, что вот хорошие морозы уже придут на следующей неделе, что уже и снежок у нас выпадет. Ну, будем надеяться. Нам, конечно, это надо и не только для реки, и в целом для природы. Чтобы и был снежный покров, и тем самым и река наша от этого только получит все бонусы. Еще один вопрос от Евгения. Летом ни разу не видел, чтобы земснаряды чистили дно. Почему? Может ли ваша организация дать заявку? Ну, это, конечно, не в компетенции нашей организации. Ну и второе, чистят дно земснаряды, ну, в тех случаях, когда судоходство интенсивное идет. У нас в этом году судоходство было неинтенсивным. Вот, насколько я знаю, Мозырский нефтеперерабатывающий завод заказы делал. Они там какое-то оборудование технологическое поставляли с территории Украины.
для них земснаряд там внизу работал. Также вверх, туда ближе где-то работали наши, техучасток наш ниже Припятский, туда ближе Петриковский район и выше еще по течению. Ну, на территории Мозырского района такой необходимости, наверное, не было, потому что, я еще раз повторюсь, сегодня уже баржи, вот эти грузовые, не так активно ходят, а для маломерных судов глубины данной реки достаточно, чтобы они, ну, ходили по внутренним водным путям. Валерий Анатольевич, есть еще очень одна актуальная тема, которую уже, наверное, все слышали. Как вы можете прокомментировать ситуацию, которая произошла на Васьковке совсем недавно? Я напомню, что при дрифте машина ушла под лед. Ну, какие здесь могут быть комментарии? Здесь, в первую очередь, конечно, здесь идет нарушение всех существующих законов. В первую очередь, это природоохранный. На автомобиле заехали на водоем. Да? Существует у нас правило, где 30 метров от уреза береговой линии нельзя на автомототранспорте подъезжать. А здесь конкретно автомобиль заехал на водоем. Да. Это раз. Второе. Да, человек, как говорится, сам себе хозяин. Вот, он рискует своей жизнью, в первую очередь, выехав на этот лед, да, не проверив должным образом, вот как ситуация и показала. Какой этот ледяной покров? Ну, то, что он уже нарушил, выехал, это уже нарушение, да? И выехал, нарушил. Мы несколько раз тоже это видео пересматривали. Все были, конечно, в Мозырском районе, да и в целом в республике озабочены данной ситуацией, которая произошла. Вот. Потому что из видео видно, что там и девушки, девушки и снимали дети, это видео, да, дети. И дети маленькие стоят. То есть, ну, здесь мы видим, что личным примером показывают, как не надо делать. Просто им так было весело и смешно, по-моему. Им было весело и смешно, а я всегда вот и на родительских собраниях родителям объясняю, и в личных беседах с отдыхающими, что мы должны для своих детей быть личным примером вот в этих вопросах безопасности. Вот что мы показали, и когда обычно происходит какое-то ЧП, с детьми проводишь беседу, они всегда говорят, что в первую очередь мы слушаем, что скажут родители. Так вот, как после такой ситуации, когда дети видели, да, оно красиво, ярко, зрелище, но итог такой, хорошо, что это закончился, итог так, и та сторона карьеры Васьковки мелководна. А если бы это было ближе к середине, либо к противоположной стороне, там очень большие глубины. Это бывший технический карьер, где шла добыча песка. Соответственно, там глубины идут и за 10 метров. Вот. То там шансов выбраться вот, как раз к этой ситуации, буквально вот произошло ЧП вчера в Жлобинском районе. Перевернулся автомобиль BMW, 37-летний мужчина его управлял, и сзади сидела его пожилая мать. Перевернулся и угодил в канал, проломался лед, не выдержал, и автомобиль утонул, и они погибли вдвоем. Сейчас устанавливаются причины смерти, но скорее всего, что если они не получили травму уже в процессе падения, то у них просто не было шанса выбраться из этого автомобиля, который попал в воду. Так и в этой ситуации. Не дай бог, ситуация бы закончилась по-другому, и мы могли бы констатировать и трагедии, и человеческие жертвы, может быть, даже. Поэтому мы призываем население. Нельзя так экстремально проводить время. Вот. Для этого существуют всевозможные полигоны тренировочные. И там можно всегда показать вот эти свое мастерство. Ну, ни в коем случае не на водоемах. А у нас это не единичный случай. Мы уже пресекали несколько раз такие случаи тоже в Мозырских затонах, когда выезжают и на квадроциклах, и на автомобилях, и начинают вот эти дрифт делать, так называемый. Поэтому это категорически запрещено. И, наверное, в этом году будем более, мы как-то совместно с РОВД, с сотрудниками нашего ГРУЧС, привлекать таких людей к ответственности. Вот я знаю, что по республике вообще возле многих спасательных станций есть видеонаблюдение. Вот в Мозыре будет ли такое в ближайшее время? Будем надеяться, да, уже такая практика существует. Она, конечно, взяла старт с областных центров, город Минск. Ну, как все новое начинается оттуда. Я думаю, что и мы к этому рано или поздно придем, потому что, конечно, оно большое подспорье в работе, это и оперативность на ситуацию, на внештатную ситуацию, если какая-то трагедия, то оно больше, можно быстрее отреагировать на эту ситуацию, ну и, соответственно, кратчайшее время на оказание помощи терпящим бедствия на воде будет.
Я думаю, что эти новшества придут и шагнут и к нам. Вот летом вы, я знаю, используете катера в помощь себе. А вот зимой? Ну, зимой у нас автомобиль полноприводной УАЗ есть для и пешие, лед. На автомобиле же нельзя на лед выезжать. Вот угу. По побережью патрулируем и полностью в амуниции спасательной. То есть оснастився и спасательными жилетами, и веревками, и пешней. Идем пешком, доходим до мест опасных, там, где рыбаки сидят, беседуем с ними. Вот так происходят наши рейдовые мероприятия. Ну вот, хотелось бы отметить, что уже на вооружении областной организации в этом году Гомельский облсполком выделил средства и был закуплен аэро у нас на воздушной подушке, аэросани такие, то есть двигателем аэро. Для спасения вот людей на льду. Это очень серьезное подспорье в работе спасателей. То есть это оперативно, уже за считанные минуты. Это средство спасательное может прибыть в данное место для спасания и оказания помощи терпящим людям на льду бедствия и на воде. То есть она на воздушной подушке, она и по льду, и по воде, и по берегу может двигаться. Это такое интересное, есть даже видео вот, на Гомельском телевидении, снято уже учение совместное с ГИМС, МЧС и наш освод областной проводят вот на этих аэросанях. Я думаю, что тоже это сейчас все увидят это, и потихоньку будем мы воплощать вот эти данные транспортные средства и вот эту мечту и в такие продвинутые районы, как наш в том числе. Валерий Анатольевич, у нас еще один есть рекламный блок, он будет очень короткий, поэтому оставайтесь с нами. Я приветствую всех тех, кто к нам присоединился, и напоминаю, что сегодня у нас в гостях председатель Мосдорской организации «Освод» Валерий Анатольевич Беляй. Мы ждем ваши вопросы по телефону, а также по электронной почте. Валерий Анатольевич, к нам поступил еще один вопрос, я сейчас его зачитаю. Александр интересуется, много лет назад около спасательной станции находился клуб «Моржей». Действует ли он сейчас? Да, действительно, у нас рядом со станцией находится пункт «Моржей», но последние годы он не ведет никакой деятельности. Мы сегодня провели такую, скажем так, работу. Вот, и все люди, которые занимаются зимним плаванием, ну, многие, конечно, я не буду всех обобщать, но многие сегодня приходят к нам, знают, что у нас постоянно есть майна, как становится лед, водолазы проводят тренировочные спуски, и у нас всегда существует майна. И сегодня жители города, желающие искупнуться в полыне, они приходят к нам на станцию и под присмотром профессиональных спасателей делают эти процедуры. И все нравится всем, и хочу отметить, что с каждым годом все больше и больше желающих. У нас уже есть постоянные клиенты, так сказать, которые даже вот приходят, еще лед не стал, уже вода холодная. Они сразу предупреждают, что вот мы уже будем приходить, у вас потихоньку начинают купаться. Мы только за, это и нам на руку хорошо, когда мы видим это все под присмотром, потому что начинают искать где-то. Ну да, это хорошее начинание, здоровый образ жизни, но когда люди начинают в каких-то непонятных местах эти делать себе полыни, рубить, непонятно, как заходить, выходить, а вдруг станет плохо на самом деле. Поэтому к нам приходят, и вот еженедельно добавляется, наверное, по человеку. Приходят и спрашивают, можно ли. Большой идет наплыв населения, именно желающих купаться после крещения. Многие для себя это открывают впервые. Им нравится это. Mm-hmm. И они уже потом идут и спрашивают, а можно еще приходить? Как вот это все у вас движение? Там, мы говорим, да, есть у нас своя майна тренировочная. Пожалуйста. Она с лестницей оборудованной. Вы приходите, с вами идет спасатель. Вы погрузились, окунулись, вышли, спокойно переоделись в теплом помещении. Ну да, может быть, как вариант разработать, надо с предложением выйти на руководство города, уточнить, будет ли дальше деятельность вести этот клуб, не будет. Может взять его как-то под свою опеку,
И действительно, для людей там небольшие сделать вложения, сделать, создать условия, и люди бы, может быть, какая-то у нас своя организация такая большая бы была, которая на всю республику А прогремела. вот раньше чем они занимались, Ну, они расскажите. приходило небольшой численности, конечно, она всегда была. Они приходили, делали свою майну, следили за ней, то есть периодически ее очищали, чистили и купались. В этом помещении они там переодевались, пили чай, отдыхали. Ну, на сегодняшний день это движение как-то остановилось, утихло. Вот уже на протяжении нескольких лет уже никто там не ведет эту деятельность. Я еще раз повторяюсь, все желающие уже приходят к нам. А как вы вообще сами относитесь к моржеванию? Любите ли вы окунаться в холодную воду? Ну, мы, конечно, периодически это все делаем. Водолазы, у них это вообще практически ежесменная работа. Вот, только вот запрещено, когда идет именно ледостав, когда идет вот эта шуга, так называемая, по реке, то опускаться запрещено, потому что это очень опасно для водолазов. Ну, вообще это опасно в целом, а для водолаза тем более, потому что он же там под водой, а там все идет туда, большие льдины, под низ. Вот. А так в целом, конечно, это кому это нравится, кто это умеет. Самое главное, к этому надо быть готовым. Не только физически, но и морально к этим вопросам подходить. Потому что действительно, если вот мы видим на практике, на ситуациях, даже на то же крещение люди приходят первый раз, кому-то нравится, и они становятся завсегдатаями, приходят постоянно, благодарят, им нравится это. А есть люди, попробовали один раз, сказали, это не мое, мне этого не надо. Поэтому здесь дело личное, каждого добровольное. То есть мы, конечно, сами постоянно окунаемся. Вот, это, ну, и нам и по работе надо, а уже население здесь все произвольно. Кому нравится, ради Бога, мы только идем навстречу, я еще раз повторяюсь, мы это все приветствуем. Я знаю, что в этом году один из ваших работников, спасатель Глушков Михаил, получил награду, медаль за спасение человека, причем не на воде, а во время пожара. Вот скажите, какими качествами все-таки должен обладать спасатель? Ну да, это действительно было, значит, спас, мне кажется, как и любой нормальный гражданин нашего общества, поступил каждый бы так. И я всегда говорю, что место подвигу есть и в мирное время, то есть в нормальное русло, если направлены эти действия все. Вот как и в данной ситуации престарелые люди, соседи его по дому, услышал крики о помощи, занимался на подворье домашним хозяйством, вот, и спас, значит, вот этих пенсионеров, вынес их из дома. Был отмечен наградами, и в том числе со стороны областного управления МЧС, нашего районного управления МЧС. Вот. Поэтому это вдвойне приятно, когда действительно, как говорят, да, не только на воде, но и в огне спасаем. Ну, это слово только одно, спасатель. Поэтому вот он оказался в этой ситуации, проявился, а действительно, как должен был проявить, и получился вот такой результат, спасена человеческая жизнь. Вот каким должен быть спасатель, не только освод, а вообще, в общем, в целом? Ну, каким? Конечно, вот я еще раз говорю, должен быть ответственным, да, собранным человеком, морально подготовленным к этому всему, потому что здесь посторонних людей не должно быть. Тех, которые, скажем так, подумают, надо спасать или как действовать в этой ситуации. Здесь должно быть холодное сердце и четко отработанные все навыки, которые копились годами, они должны быть применены в отношении человека, которому нужна помощь. Вот, поэтому на сегодняшний день все сотрудники соответствуют этим качествам и, соответственно, вот и проводят такие спасательные операции. Есть ли у вас свободные вакансии, может быть? Нет, на сегодняшний день нет. У нас есть желающие, которые у нас, поработав сезонными матросами-спасателями, действительно им это понравилось. Вот, они приходят и периодически интересуются на постоянной основе. Если появится вакансия, то, пожалуйста, мы будем там в числе первых претендентов, которые бы пришли к вам на постоянную работу. Ну и, конечно, таким мы предпочтение отдаем людям, которые себя уже показали, проявили. Они уже отработали у нас целый сезон, мы видели, как они. И у нас таких, кстати, несколько работников, которые вот заняли свободные вакансии появившиеся.
До этого они у нас отработали сезонными матросами-спасателями. Поэтому на сегодняшний день свободных мест нет. Вот вообще расскажите, в чем в целом заключается работа спасателя, конкретно свода? Ну, в целом, первое, ну, наши основные цели и задачи это максимально минимизировать гибель и травматизм населения на воде. Вот, поэтому здесь все способы хороши. Первое, это что, конечно же, непосредственно отработка задач S1, S2, S3. Это все задачи к конкретному времени года. То есть летние, весенние, зимние, осенние. Вот, отрабатываются все эти задачи. По своим специальностям каждый занимается своими должностными обязанностями. То есть постоянно проверка знаний, постоянно оттачивают мастерство, выходы по тревоге. Если это лето, выход по тревоге от катера. Если это зимние, вот как сегодня у нас есть зимнее спасательное средство, это и зимние сани, доска, лестницы. Это все вот комплектуем мы в автомобиль, и все это ездит с нами. Если вот нужна, можно видео есть очень много, вот посмотреть, как действуют спасатели именно при спасении на льду. Вот. Отрабатываются вот эти задачи, цели. Да? Обязательной составляющей профилактическая работа. То есть практически каждый сотрудник может выступить перед трудовым коллективом, в учреждении образования, то есть донести вот эту информацию, как правильно действовать, способы, методы спасания, оказания помощи терпящим бедствия, как на воде, так и на льду, оказание первой медицинской помощи, это обязательно отработка, каждый это знает, как применить эти навыки на практике. И поэтому это все периодически оттачивается, ну и плюс водолазы еще занимаются вот спусками под воду, даже в зимнее время. То есть тренировочные спуски идут как зимой, так и летом, чтобы не терять свое мастерство. Ну и плюс зима – это экстремальные условия. Вот как я повторюсь, вот этого ребенка в Добрусском районе искали 5 дней. Там целая бригада, у нас есть маневренно-поисковая группа в Гомельской областной организации. Ну и дополнительно еще со станции подтягивались водолазы. И вот искали этого ребенка, и вот от места происшествия порядка там 200 метров его нашли. Вот представьте, 200 метров подо льдом, где течение, вот, работают люди в эту вот в экстремальную. Сегодня же еще опасность, хотелось бы вот напомнить и зрителям, и чтобы они это детям своим донесли. Сегодня же мы говорим не о том, что опасно провалиться и утонуть. Сегодня в эту погоду температура воды составляет всего лишь 1-2 градуса, да? Нахождение в этой воде человека, а если это где-то за городом, даже пускай вы, вас двое, да, а если один рыбак, как сколько случаев таких происходило, люди просто замерзали. Вот когда мы выезжали уже на происшествие, у нас там, я помню, эти далекие, там и 13-й год, когда успешные люди и бизнесмены выезжали одни, проваливались, не было сигнала, потом там местные жители находили, допустим, мы приезжали и видели страшные картины, когда человек просто вмерзший наполовину туловища, он пытался вылезть с этой воды, у него там на руках и все до костей, кожа вся снята, он так по льду, ну, человек, как говорится, хватался за последнюю соломинку, за жизнь, но он, не было навык, не было индивидуальных средств спасения с собой, вот то, чтобы ему помогло выбраться на лед, на этот неокрепший, вот, поэтому надо всегда об этих мерах помнить и напоминать детям, что нахождение именно можно, вот почему мы всегда детей замечания делаем здесь у нас прибрежной линии городской, они вот любят по этим ливневым стокам бетонным бегать, они же все скользкие, обмерзшие, упал в эту воду, плохо стало. Нахождение несовершеннолетнего, не физически неокрепшего организма достаточно 5 минут, 3-5 минут и ребенок от переохлаждения. Тоже на примере могу привести, это несколько лет назад было, в Светлогорском районе, наши соседи, недалеко от нас. Ребенок поехал на каникулы к бабушке зимой. Озеро в поселке. Он бегал от одного рыбака ко второму. И вот то, что я рассказывал ранее, промоины так называемые, припорошило снегом. Он угодил в одну из таких промоин. Да, отреагировали быстро рыбаки. Его извлекли из воды. Его даже успели поместить в карету скорой помощи. Но он не доехал до лечебного учреждения. От переохлаждения умер в автомобиле скорой помощи. То есть не смогли, не успели ничего сделать, потому что вот маленький щупленький ребенок, а вот есть выражение, да, в жилах стынет кровь. Это вот как раз к этому, к этим ситуациям, когда человек, физиология, все, нарушается кровообращение, приток крови, кислорода к мозгу, к сердцу, и просто человек от переохлаждения умирает. Поэтому мы всегда говорим, здесь опасность же не в том, чтобы провалиться и утонуть.
Можно по пояс провалиться. Но если это где-то за городом, где никого нет, нет связи, там невозможно вызвать кого-то на помощь, да и помощь будет ехать 15-20 минут минимум, понимаете, в эти далекие расстояния. А где согреться, если нет никаких подручных средств, ничего? Человек может просто замерзнуть. Минимум, что он заработает, это проблемы со здоровьем. Вот. Поэтому вот это в себе тоже опасно сегодня. Просто в эту холодную воду даже угодить человеку. Валерий Анатольевич, ну вы можете рассказать какие-то правила хотя бы выживания, например, если случилась такая ситуация для наших телезрителей? Ну, в первую очередь, я еще раз повторюсь, что для себя нужно брать, когда выходите на водоем, индивидуальное средство спасения. Обязательно при выходе на лед. Это индивидуальное средство спасения, спасательный жилет. Веревка метров порядка там 10-12 с каким-нибудь грузом на конце, которую можно будет либо терпящему бедствие бросить, чтобы он за нее взялся, либо, если вы терпите бедствие, выбросили людям, чтобы к вам могли подойти. Потому что ни в коем случае нельзя, если вы стали свидетелем, когда человек провалился, бежать к нему на помощь там, на ногах. Потому что 95%, что вы тоже окажетесь в полыне. Нужно это все делать ползком. Обязательно что-то надо, там какая-то доска, подручное средство. Если нет там веревки, вот почему ее нужно брать с собой? Если есть она готовая, с утяжелителем на конце бросил человеку, он петлю на руку надел, и его потихоньку вы вытаскиваете. Вот. Если этого нет, то это можно с подручных, какие-то доски, палки длинные. Если этого нет, просто те же вещи лишние, куртка, свитер снимается, связываются рукава, и делается максимально возможная длинная такая, как веревка, чтобы подать терпящему бедствие. Ползком к пролому, к месту пролома не доползаете, порядка там метр-полтора подаете человеку утопающему. Тот, который терпит бедствие, обязательно, здесь это уже как правило, нельзя ничего жалеть, обязательно надо максимально быстро, если вы попытались, сделали попытку и не выбрались, первые еще там 2 минуты вещь в воздухе имеет, ну как правило зимой же рыбаки надеты плотно, то есть в эти первые 2 минуты, если не паниковать, можно выбраться самостоятельно, то есть к минимальному месту пролома, узкому, спиной поворачиваемся, коленом упираемся в место пролома, отталкиваемся и на спине выезжаем, как на санках. Тело уже мокрое, вещи, вот, выезжаем. Если в эти 2 минуты вы не успели это все сделать, вещи начинают набирать воду в себя и камнем вниз тянут человека. Поэтому нужно, не задумываясь, расставаться с этими вещами, верхней одеждой, тяжелыми. То есть сапоги максимально снять, там бушлат какой-то, свитер. Тяжелое вот это все. Потом человеку легче выбираться наверх. Вот. Если несколько человек, то вот то, что я сказал, подручными средствами, если есть альпинштоки, так называемые, они крючки вешаются, как в детстве варежки носили, резинка через спину и висят, вот они должны у человека быть всегда под рукой. И вот он этими движениями делает, цепляется альпинштоками за лед, за пролом, и рано или поздно он найдет ту точку, когда лед выдержит тело, чтобы выбраться. Ну и потом идут первые реанимационные мероприятия, то есть это согреться, обогреться, если есть автомобиль, там разжигать костер. Обязательно, если несколько человек, прежде чем оказывать помощь, вызывается служба спасения 101 либо 112, сигнал дается, чтобы могли приехать спасатели профессиональные. Ну и дальнейшее уже, если у человека извлекли, я говорю, согреть. Первое, поделиться теплой одеждой своей, если есть горячий чай, дать согреться горячий чай, костер, автомобиль, там, если печкой, ну и ждать прибытия спасателей и медиков. Валерий Анатольевич, наша программа подошла к концу. Коротко, пожелания для наших мазырян. Ну, что хотелось бы пожелать. У нас впереди праздничные мероприятия, каникулярное время у детей. Ну и тем самым у нас идут морозы, наступают и будет опасность. Поэтому я вас всех призываю соблюдать элементарные правила безопасности, следить за нашими детками, чтобы они не попадали в беду. Ну и с наступающими, наверное, всех праздниками. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях был председатель Мозырской организации «АСВОД» Валерий Беляй. Берегите себя и своих близких, будьте бдительными. До новых встреч!